пострадал ритуальные принадлежности, товар, все, что было, значит, из дерева, из ткани, мебель, все, что это, все пострадало. Железо осталось. Вот. И все остальные, траурный зал, вот все это очень сильно закоптился. Все, что в траурном зале, все тоже. И крест, все подиумы, все. Ну, все, что, все, практически все. Скорее всего, восстановлению не подлежит. Но вы заново потом это будете? Да, ну а куда деваться? Мы же не собираемся закрываться вот так, просто так решили нас закрыть, не получится. Все это время вот мы существовали в городе Гай три ритуальных службы. Мы, ЖКХ на Пионерской 6 и батюшка, который вот еще до этого был. Мы прекрасно жили, сообща, дружно. Ну, были там какие-то, конечно, разногласия, но, по крайней мере, у нас не было никаких таких вот катаклизм, всем хватало работы, все работали, друг другу помогали. Потом, как в том году появились в нашей службе, слишком много расплодилось левых фирм, и вот началась такая вот эпидемия. Вот после того, как они открылись, здесь вот вообще в городе пошел абсолютный беспредел. Здесь вот начались уже такие вот серьезные, нам вот и в машины бензин, этот в бензин сахар насыпали, причем перед похоронами, этот у нас, господи, Лушникова, когда хоронили, вот как раз в день похорон с утра нам насыпали бензин в этот, в катафалку. У нас водитель, слава богу, такой очень внимательный, он увидел сразу, вот мы не сорвали похороны, мы все это успели снять, бак, все это промыть, почистить, опять залить, похороны прошли как нормально, но мы опять не стали никуда обращаться на них, никаких заявлений писать, вот. Мы их как бы не трогали. Ну, открылись, работайте, зарабатывать репутацию нужно чем? Работай. Как-то я не знаю, чтобы люди к вам шли, репутацию зарабатывайте. Ну вот они решили с нами бороться другими методами. Постоянно, враждебные эти постоянно, угрозы постоянно, они на нас постоянно пишут жалобы, нас по судам гоняют, нам административный штраф 1000, значит, при это присвоили. А то, что вот они так относятся ко всему...